Последние российские предложения по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждались в ходе телефонного разговора Владимира Путина с Бараком Обамой. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Как сообщает пресс-служба Кремля, оба лидера подчеркнули важность политического разрешения внутриукраинских проблем, скорейшего прекращения кровопролития, обеспечения законных прав и интересов жителей всех, без исключения регионов страны, включая Юго-Восток. В целях сближения позиций и подходов по ситуации на Украине президенты России и США договорились о поддержании контактов на различных уровнях.